Всем здрасте. Подъезжаем мы к Епифани. С анчоусом. Помаши привет всем. Всем привет. Подписчикам, да? Кстати, тоже по Ютубу с Саньком познакомились, тоже подписчик вычислил меня. Сколько ловил? Ну год, чуть-чуть, может, побольше года, да. Короче, около года. Постоянно на встречке. Да. Ладно, короче, по Ютубу познакомились, там отдельная история. Сейчас мы едем с ним в Вологду. Ну, Вологодская область, город, город, забыл, как город? Не-не-не, по прямой поехали. Блин, как город называется, посмотри. У меня из головы вылетело. На языке крутится. Не Витебск, как город. Вытегра, во! Вытегра. Вспомнил. Я говорю, на языке крутится, выговорить не смог. Короче, Вытегру едем. Ну, уже где-то сотки две, наверное, прошли, да, мы его уже? Вот, около того. 180. Да, надо... Да, надо заехать подкрепиться. Сейчас тут шаурму крутят. Тормознемся. По шаурме съедим. Чаек, кофеек. Здесь дальше? Не-не, дальше. За церкви там ларечек такой будет стоять сейчас. А, с левой стороны? Да. Вот прям, вон там ларек будет сейчас. Вот, если он работает. Вон, за фуры, по-моему. Короче, сейчас по шаурме едим, чаек, кофеек пьем и прем дальше. Вот. Все, тормознули, взяли по шаурме. Я сырную. Санек простую взял, говорит, сырную не будет. Но я с курицей, он со свининой. Все, помчали дальше. Капот, сейчас подкремимся, да. Не капот или нет, боковину. Этот... Реклама, да? Такси. Да, едут на такси. Ох, мы до Москвы добрались. Сейчас на ЦКАД выходим. Не по МКАДу пошли, а по ЦКАДу. Саньку солнце светит, очки надел. Сколько, сотку идем? Чуть побольше даже. Все, теперь мы до Ярославки. С Ярославки на Ярославы. С Ярославля на Вологду, с Вологды на Витебск. Опять забыл, как он называется. Ну, Вытегра, что, Вытегра. Петрозавод. Да. Что-то у тебя сегодня Витебск и Витебск на языке. Все, газуем. Так, вот все, мы по Вытегре едем. Время у нас 6 утра. 7 час. Едем, высматриваем своего дракона. Носатого своего. Да. Ну все там, когда? Где что? Не говорит? Вот он на горизонте появился. Короче, Санек прикалывается, говорит, вот он газон. Вот он торчит. А вот зачем мы приехали. Вот он. Красавчик. Вот это аппарат, да? Идем смотреть. Все, забрали у нас машину. Да, шучу сейчас. С эвакуатора, короче, грузим в Интера. Чтобы жучку не гнать. Там, Санек, каскадер. Ну лопату выдвинь, ты заедешь. Так, ну я только подарить. Показать аппаратик, еще более минимум пробежаться, да? Сбылась мечта. Двигатель пока не буду показывать. Двигатель для вас будет сюрприз какой. Что-то я не заглушил. По бокам, да, чтобы она не гуляла. Зеркала не складываются. Оп!
по машинке привет, пробежались. Че? Че? Да не, оставь пусть так посередине. Ща выдвинет лопат. Че, все, может ехать? Все? Все, езжай. В начало, да, ставь. Чтобы если что, она в стенку там уперлась. Смотри, через стенку не проедь там. А то сейчас спальник, да, уедет. Ну, в принципе, и все. Погрузка произошла. Круг почета попросили. Я там разворачиваюсь. На прощание прокатиться. Кружочек. Ой. Ну что, все, мы выдвинулись. Потом вам кратенький обзорчик сейчас покажем где-нибудь. Сейчас мы до Вологды доедем. Надо позвонить, чтобы в Вологде нас встретят, нет? Ну, тоже друзья, товарищи. Ну так, что, пока первое ощущение. Ну ничего, тормоза есть, руль есть. Что, колеса круглые. Баки почти полные. Без четверти два бака отдал дед за двадцатку. По 40 рублей за литр. Ну ладно, все равно покупать, заправляться, если что. Так, рулевая нормальная, все нормально. Залогов, арестов нету. Короче, думаю, проблем никаких не должно быть. Так, прошли около... Сколько? 150 где-то прошли, чуть побольше, наверное, да, уже? Да. Пойдем, сделаем обход подвижного состава. Че, обуемся. Посмотрим, ничего у нас там не отлетело. Ничего не потеряли. Масляных потеков нигде нету. Двигатель показывать не буду пока. Это секрет. Подвижку секрет не расскажу. Че, теплый? Нет, сырые ступицы, я смотрел, есть, ну да, масло. Но они, это редуктора, они... Здесь они от редукторов греться будут, по-любому. Я сейчас, знаешь, что на прицепе прикалывать здесь? Сайлентблоки. Просто мощные сайлентблоки и не разбитые, понял? Ага. Сайлентблоки охеренные вообще. Резиненка на прицепе, два колеса под замену. Вот это колесо и на той стороне, на передней оси под замену. Ну, вот здесь лизун. Так оно еще ничего может быть. Ну, то, что лизун, уже все. Так. Ступицы. Вот это вот тепленькое. Надо смотреть будет. Холодная, холодная. Что там, двенаж не ездит? А, да, у нас двенашка же там еще. Не выпала ли она вообще там? Четыре колеса на Фреда запаски. Ну охрененные просто. Двенашка на месте. Да, вот четыре колеса. Сейчас. Здесь три. Здесь у нас три. И одно вот оно. И вот оно. Приеду. Задняя ось у нас вообще нулевая, можно сказать. Приеду, буду переобувать среднюю ось. Вот, а там посмотрю, может я даже с Фреда сюда кину. Вот. Ну, фредовские колеса сюда кину, а там, потому что на Фреде тоже их дотаптывать надо. А то жалко будет, пропадут колеса. Там сколько? Ну, 6 колес хороших. Как бы жалко.
Так, на той стороне пробежаться, скупиться, посмотреть, пощупать. Нормуль. 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 Бирки все на месте. ВИН номер читаемый. Ну, номер рамы здесь, он как идет. Вот, нашли его. Все, вот оно. Короче, читаемый полностью. Все нормально. Вот. Ну, на Интере, короче, ржавый ВИН, ну, читаемый. Как бы его можно прочитать нормально. Ну, не знаю, в ГАИ вроде звонил, спрашивал, сказали, все нормально. Вот. Запретов, арестов нету. Должны себя переоформить без проблем. Я вам со стороны покажу красавчика. Вот такой вот очередной вологодский аппарат у нас. Ну все, подвижной состав обошли. Можно двигать дальше. Опа-на. Скорость включились. Помчали. Ух ты, подрыв такой, да? Все, разучился на Америке ездить. Вспомни. Знаешь, что они сделали? Знаешь, что они сделали? Зеркало не поправили. Ну вот мы и в Вологде. Где мы Маза в последний путь провожали. Ну, здесь очередной мазафакер в последний в путь уходит. О. Куча запчастюлек. Ну а мы что? Жарим. Жарим мясца. О. Пацаны знают, да, как раз надо встречать. Мясцо. Мы еще попивасику взяли. Потому что мы уже около двое суток вообще не спали. Сейчас поедим по бутылочке пивка и пойдем в баньки. Так, ну, шашлычок пожарили. Берешь так вот его, сметанку. Оп, только. Красота. А кто-нибудь пельмени на мангале жарил когда-нибудь? Это новый рецепт такой. Ну что у нас? Вот такие пельмеши получились. Их тоже вот так вот сметанку берешь. Оп. Только. Ништяк. Да. Сало у нас как. Так, сейчас одну блогершу старую пародирую, как она шашлыки жарила. Также мы и сало жарим. С него жир текет, горит. Ну, нормально. Для нас нормально. Вот человек, когда до халявы дорвался. Да, все ему надо. Вот даже болтик вот этот вот. Вот зачем он тебе, Сань, нужен этот болтик? Мне нахуй не нужен, блядь. А зачем ты его крутишь? Я заебался нахуй. Блядь. Обшивку все ободрал. Все ему надо. Вот. Дай сниму. Коврики нужны. Да. Посмотрите на Сергея, блядь. Все забрал. Все. Зачем ему этот Федю? Я не понимаю, вот этот вот хлам весь. Я не пойму. Еще говорит, давай панель снимем. Я говорю, да у тебя вроде панель ничего. Давай снимем и все. На, иди. Вот разбазарился-то человек, а. Я говорю, мазохист это только, мазафакеры кто? Опять головки раскидал. Ладно, короче, все, мы тут мародерствуем потихонечку. Это вот мазафакер 12-го года. Так. Чуть-чуть потух слегонца. Да, в одних руках, да.
и мазафакер, да? Так. Ну что здесь, в принципе, что, аккумуляторы поставить, коробку двигатель поставить, кардан прикрутить. Редуктор на месте? Да, редуктор на месте. Ну, полуосяка, лодки, молотки, ступицы, колеса, радиаторы. Потом еще обшивку, панели, электрику. Ну и можно заводить будет. Ну и кабинку еще подварить надо будет. Так, слегаться. Да, да. Вот так вот выглядят грабители, как говорят, вологодские хватами, блин. Крохоборы. Не тяжело, Сань? О, нормально. Еще вот погрузил сейчас. Да, поедем перегружать, короче, в прицеп сейчас перегружать пойдем полный. Напихал. Ой. Нас покажи. Счастливый. Вас там уже показывать нечего, он весь разобрал. Но. Че, забываю опять снимать. Короче, переночевали. Вчера посидели с пацанами. 50 ограничения скидываем. Через 500 метров круговое движение. Второй съезд. Да, тут еще надо разбираться. Он троит почему-то. На скорости со спуска идешь, педаль газа бросаешь, он троить начинает. Вот как бы как сказали, или мозги, или электрика, ну, проводка. Приедем, посмотрим. Ну, еще, говорю, вчера с пацанами посидели, шашлычку пожарили, поболтали. Санек пол мазафакера себе вынес. Там в прицепе лежит у нас сейчас. Все, едем, кайфуем. Америки закладываем. Ну, обходи, обходи, давай. Блин, вот сужение, видишь, у меня сужение. Подавь немножечко газку, дядя. Еще моргаю. Все, выгнали машину. Такой эстакаде вот подъехали. Сняли. Говорю, контент-то забыли заснять. Короче. Вот такую эстакаду нашли, съехали. Ну все, добрался до дома, начинаем заниматься машиной. Вот, ну это уже в следующем видео, так что всем спасибо за просмотр, всем пока.